И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас у нас сет номер 4 работы с шеей. А точнее, мы с шеей уже шейно-воротниковую зону проработали, да? И завершение массажа, поскольку у нас массаж спины идет от ягодиц до головы включительно, да, то нам надо вернуться обратно. И, соответственно, все движения теперь у нас идут снизу вверх. То есть до этого мы кровь, лимфу, все жидкости гнали вниз, да, ой, снизу вверх, так скажем, повышали давление человека, да. Теперь будем все движения уходить вниз. Растянули шею, декомпрессия, и пошли теперь вниз работать. Делаем такой ролик из наших пальчиков. У нас вот эти косточки, вот эти и вот эти вот работают. Размяли шею. И в этот момент мы обходим человека с давлением вниз, прогибая, прожимая паравертебральные мышцы и позвоночник. Доходим до L5S1 крестца. Сюда вот нагнетаем. И далее у нас отсюда вылетели ракеты. Помните, S500 мы запускали, да? Теперь нам надо их заново поставить. Тут развилка, две железные дороги идут. То есть вот мы как бы нарисовали. И вот я вам рассказываю, теперь раскрываю секрет рельсы-рельсы, шпалы-шпалы. В чем его смысл этого массажа? Вот. Шпалы делаем. Рельсы сделали. И по рельсам пошла вагонетка, груженная, тяжелая, с утяжелением. Пошла сюда. И разгружает инструменты в шахту. Назад выходит пустая. Опять идет груженная ко второй шахте. Сбрасываем инструменты, и пошла пустая. Теперь везем ракету с утяжелением. Тяжелая она, вот вторая рука, видите, давит сверху. Видно вторую руку? Угу. Устанавливаем ракету. Таким образом, мягко растянув еще раз шею и трапецию, да? Назад уходит пустая, легонечко. Опять для декомпрессии туда с усилием идем. Устанавливаем ракету. И назад пошла пустая. Локтевые техники у нас продолжаются. Теперь общее растирание всего тела и позвоночника. Мы растягиваем его опять с декомпрессией. Если до этого мы делали по половинке, да, с этой стороны, потом с этой стороны, то тут теперь весь позвоночник растягиваем. Но чтобы остистым отросткам не было больно, мы не косточкой жмем, да, а разворачиваем руку мякотью. Своей мягкости. А здесь по-прежнему уперлись в крестец. Вот, растянули. Теперь растягиваем сбоку. Беремся за косточку, а здесь за ребра. Ну, за любую кость. Либо за бедро, либо за тазовые кости, да? Скручиваем такие. Обратите внимание, чтобы руки были сильнее ваши, да? Я присел. И как бы всем корпусом давлю. Как вы помните, руки у нас всегда ходят одна против другой. Далее. Опять упор по диагонали получается. Крестец и гребень подвздошной кости. Вот уперлись. Здесь уперлись в лопатку. Вот видите, она торчит. По диагонали. В эту сторону. В эту сторону. Можно с мягкими массажными движениями. Вот так вот весь корпус. Обнимаем. Теперь то же самое, только сверху мы всем корпусом давим. Наш вес посередине, между вот этим расстоянием, вместо приложения усилий. По диагонали сюда, сюда. Растянули. И теперь следы преступления вот этих секретных тайных шахт нам надо скрыть. Спахиваем эту почву большими такими движениями, уже такими объемными, чуть-чуть приподнимая тело. Вспахали. От шеи продолжаем отодвигать трапециевидную мышцу. Вообще очень хорошо, когда ее вот берем вот так вот и тянем на себя,
медленно-медленно вытягиваем и разглаживаем фасции. Ну, это как пример я показал, да, мы как бы это упрощаем, мы берем шестеренками, сходим вниз, натягиваем, тянем, тянем, тянем медленно и срываем кожу. Делаем пашню. То есть, смотрите, у нас проход получается вот этими костяшками лапы леопарда. Раз проход, два проход и третий сбоку. Опять растянули и третий сбоку сделали. Вспахали. Теперь пошел град. Стучим по косточкам, да, посередине трапециевидной мышцы в тело туда удар. Дальше стучим по реберно-поперечным сочленениям. Почки бережем, пропускаем. По тазу можно постучать и по ягодицам. Пошел дождь, крупный дождь. Мелкий дождик. Можно там спустить напряжение, только пальчику и легкий дождик. И у нас на этом поле заколосилась зеленая трава. Легкие вот такие вот поглаживающие движения. Все спускаем вниз. Также вот с такой протяжкой, с вибрацией всю спину обрабатываем. Завершающие движения. И завершающий подпись художника. Бац. Покачали человека, покачали. Руки потихонечку отлипают от него. И мы сбрасываем энергетику. Все, на этом массаж спины можно считать законченный. Если нужно, человек обычно предлагается еще укрыть и несколько минут полежать, чтобы у него кровь утихомирилась, он потихонечку пришел в себя и отдохнул. Ну, если у вас, конечно, люди на потоке идут, то вот эту процедуру отдыха можно пропустить. Все, до новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудвин. Мы дальше займемся нашим тренингом, будем проходить мануальный массаж и терапию ног, рук, черепа, всего организма. А если вы настолько смотрите, то смотрите, пожалуйста, сколько угодно раз. По видео мало чему научитесь, лучше приходите сюда, и мы вам тут поставим руки. До новых встреч, дорогие друзья!